сегодня и утром, и вечером церковь Ковчег посещают гости. И хочу сказать, что нас любит не только Бог, но и братья, и сестры. Сегодня с нами участвует молодежный хор церкви «Свет миру», село Стурзовка. И также проповедь братья будут говорить. И в наших молитвах, в тайниках нашей души будем поддерживать их в этом служении. Благослови вас, Господь. Плод свой.
одна молитва. 100, 60, 30 раз. Благослови нас в этом Господь. А ему за все пусть будет вечная слава. Аминь. Давайте будем молиться. Thank you.
смерть его навек могла других спасти, политой кровью. Но где ты видел свет смирения у Творца с творением, совершенным без изъяна, и где найдешь долготерпение без конца? Thank you.
Спаситель сам дает нам в мир книг. Читайте Библию, исследуйте Писание, чтоб голос Божий в глубине души. Yeah.
Господь царствует. Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясом. Потому и вселенная тверда не подвинется. Престол твой утвержден исконно, ты от века. Возвышай крики, Господи, возвышай крики голос свой, возвышай крики волны свои, но плачь шума вод ноги, сильных волн морских, силен Вышний Господь. Откровения Твои, несомненно, верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Thank you.
Господь наш и Бог наш, Лорд, мы прославляли Тебя и сердце наше, и уста наши. Благодаря Тебе, Господь, за то, что в Слове Твоем Ты напомнил нам, что Ты царствуешь и облечен силой и могуществом. И без воли Твоей мы верим, ничто не происходит в нашей жизни. Предаемся в руки Твоей на всю трудовую неделю. Благослови народ Твой в трудах, ограждая от несчастья, от злого. Благослови, Господи, каждую душу, каждое сердце. Дай нам доброе желание снова собраться вместе в этом доме пред лицом Твоим. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Благослови вас Господь с миром Божьим. Приветствуйте друг друга, гостей приветствуйте среди нас. Молодежь на днями дни. Yeah.